Так, короче, это самое. Собрались домой, и мы снова возле этого домика. И теперь мы решили все-таки к этому домику пролезть и полазить там. Пойдемте. Тут открыто, считай, вот так. Мы залезем сюда и полазим в домике. Пошаримся. Просто ради интереса пошаримся. Тут вон перелезали. Вот здесь перелазит. Ну, сюда не пойдем, пойдем, может быть, в другое место лучше будет. Ох, тут все гнилое, все разбитое, это ужас. Вот так. В Германии редкость такие развалины всякие. Что, лезем дальше? Редкость, но есть. Так. О, тут клетки всякие. А? Что это? Краник какой-то. Туалет, что ли, что-то? Да-да, наверное, туалет какой-то, поплавок там. А, да-да-да-да, тут этот. Для этого. Ух ты. Шланг. Шланг есть. Смотрите, какой. Уже все, он уже полопанный. Уже капут. Вот тут всякие клетки раньше кто-то что-то разводил. Походу, русские тут жили, слушай. Там даже два тайха есть. О, точно. Сейчас мы туда пойдем посмотрим. Тут еще вот наверх идет, на горку. Если что, сейчас туда еще залезем. А так мы полезем за Витьком, где он там забрался. О, тоже снимает. Тут, короче, фу, воняет немножко. Тут, походу, когда-то была рыба. Он разводил рыбку. И вот оно все загнило, это все дело. Домики всякие вот стоят для уток, походу, или че. Ох ты, смотри, тут помпы какие-то есть еще, да, смотри. О, нет. Нет, помпы нету. А, может и есть. Надо все, видишь, убирать. Нет, нет. Нету, помпу стырили. А вот же что-то. А, нет. Это фильтр. Фильтр? Да, это тут ходит вода, но самого корпуса нету. Ага. Да. Да, вот так вот. Такие вот всякие вещи. Ну, кабель есть. Хороший резиновый кабель, смотри. Хе-хе. Длинный. Ванна. Фербенгером. Да, вот так вот. Пошли в дом. Да, пойдем домой. Ой, как зарос этот домик, смотрите. Красота! Как в джунглях, да? Да, как в джунглях. Да. Пожар — это страшная штука. Так что спички детям не игрушка. Ну-ка, заходи-ка, Витек. Сейчас мы тут еще какого-то этот трупака найдем. Еще потом скажут, мы там завалили кого-то. Воняет? Воняет. Да, окно закрой, чтобы не тянуло. Ой, тут сыпется все. Так. Где фонарик, только нету, включается. Да, я это с собой не взял фонарик. Ну-ка, возьми фонарик, будешь мне светить. А то я ничего не бачу. Дышать не видно. Сейчас фонарик. А что, ты не установил себе фонарик, что ли? Ты так не включишь фонарик? Только если ты видео сделаешь aufnahmen. И тогда такой фонарик включится, может быть, если темно будет для него. Сделай видео aufnahmen. Как будто ты видео снимаешь. Вот. Если у тебя есть фонарик, он сейчас включится, фонарик. Нет, не включается. А что не включается? Ничего себе. Что-то тут не то. Ну, да, очень плохо видно, короче, все. Жаль, я свой фонарик не взял. Ну ладно. Это какая-то, это там краска стоит, полочки. Это типа подвал был такой. Да. Тут типа плинтусов всякое стоит. Речки такие всякие интересные. Они еще целые, смотрите. Ух ты. Видите, какие? Планочки, речки и так далее. Ну, это никому не надо. Все покупают. О, фонарик! Да будет свет, сказал монтёр. Фонарик сделал.
О. Досточки хорошие. Так, ну-ка налево свети. Вот, вот за это я говорил, видите? Там все всякое стоит. Краски какие-то в основном, да? Да-да, краски. Это был типа подвала что-то такое. Флизы, картина уже тут сдохла. Ну-ка сюда засвети. Видите, картина развалилась вся. Картина была, зеркала. Ну вот, вот такие вот пироги. Телевизор. О, телевизор. Нифига себе. Ну. Так. Идем дальше. Ну да, хорошая речка. Если надо будет, мы можем приехать забрать. У тебя-то дом есть, хозяйство. У меня нету, я забрал. Клетка. Ох ты, смотри. Сюда посведи лапы. Это вешалка, короче, с козьих лап, короче, делали вешалку. Нихера себе. Да? И они уже тоже сгнили. Они гниют плесневец, короче. Тут тоже какой-то чулан был. Ну, тут неинтересно что-то. Ничего нету даже. Да-да-да-да-да-да-да. О, в шкафу. Что там в шкафу? Может, миллион? Хочется выхаркнуться оттуда. А то дышать это говно, блин. Ну-ка, низ снизу посвети. О, понятно. Ничего нету такого. О, гвоздички. Гвоздички всякие. Еще гвоздики, видишь? Ну-ка сюда посвети, что тут? Какие-то пластмасски, затычки. Все пронумерировано. Тут еще главное ключи есть. Два ключа, двумя ключами закрывается это все дело. Да, вот так вот. А, это безделушки всякие на улице ставишь, чтобы светились. Да, так вот. Все, идем дальше. А вот и фильтр, смотри, для аквариума, походу, валяется. Видишь? А, ну. Так. Ух ты, что тут-то. Ну-ка, давай дальше проходи. И так снимай, чтобы я тоже чуть-чуть это заснимал. О, еще гвоздики туда. Гвоздиков куча. О, прыскалка. Это что у нас? Клей засох уже. Да, тут кто-то жил, хозяйственный такой. Соль что? Скобки какие-то. А, скобки такие, видишь? Давай их сюда. А, интересно, давай насыпь мне чуть-чуть тоже жмени. Стоп, 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 стоп. Хватает. А то иногда, знаешь, надо будет что-то и... Интересно. Все, больше ничего. Так, ну-ка ниже. Что тут у нас внизу? Тоже ничего нету. Ничего нету. Ну, смотри, вот их как заржавели. Они, блин, знаешь, сколько стоят? По евро 50, блин, в магазине. Да, вот еще. Так тут-то на 100 евро только эти болты. Аусплюндер. О, большие такие, видишь? Попнитон. Попнитон. Да. Все, ничего нету. Тут выше. Выше посвети. О, ничего нема. Все, заржавелы. Грузинская фамилия все. Опять эти доски, блин. Так мы сюда же и зашли, нет? Нет. Нет? Ага. Дофига их, да, тут и валяются, да. Короче. Что он с ними делал? Он тоже, наверное, где-то их просто натырил. Так, тут ничего нет. Там ничего нема. Здесь, наверное, туалет был. Пойдем отсюда тогда. Так. Тут аккуратно наступай, потому что тут гвозди. Вон, видишь гвозди? Тут надо аккуратней. Так. Сюда засвети. Аккуратней. Так. Ну-ка туда, что там оранжевое. А, канистра. Канистра. Все, а тут тоже ничего нема. А там все заброшено, да? Там как раз горело, короче, с этой стороны. И все заброшено. Вот оно все горело, короче, упало все. Пожарка приехала. Мы, считай, тут. В келлере ее сейчас попали, в келлер. Вот так вот. А там уже на улицу вышел ход. Че, пойдем? Что за шарики?
Странно, да? А может это эти? Как их? А нет, они легкие сильно. Че, поехали. На второй этаж пойдем? Если дойдем. Если найдем дорогу. Что ты рассматриваешь? Эти шипом. Лестница сгорела, наверное, на тот этаж. Да, что-то какой-то мотор разваленный. Все, а на другой этаж нету этого, да, хода? Ну, только с той стороны. А мы сейчас обойдем, налево не идет? Нет, не идет. Ну, тоже леечки всякие лежат. Фух, вышли. Тут-то клетка была, тут, походу, попугаи были. Или птицы какие-то, птички, вот видите, как сделано-то все. То ли попугайчики, то ли птички. И все, вот все зарастает, природа свое берет. Так, лезем дальше. О! А там наверху все обрушено. Ну да. Вот, смотрите, тут диваны стоят, тут он отдыхал. Кто-то. Терраса, да? Тут что? Тут тоже какие-то это птичек каких-то держал, то ли еще каких-то животных, видите? Это тюрьма для животных была здесь. Ну, труба. Новая, смотрите, какая. Не вытаскивается. Новая трубка. Вот так. Давайте закроем клетку. Дверь еще и функционирует, да? Да, еще и функционирует. Он тут, наверное, это. Она так классно ходит, слушай, а она как будто на роликах там. Да, хорошая клетка. Как-то. Думал, что это голуби все-таки. А может и голуби, да? Все может быть. Да. Так, не знаю, интересно вам это будет или нет, но я вам заснял. Опа. Вылазим отсюда потихоньку. Фух. А, да, я обещал вам сюда на горку залезть. И сейчас я туда залезу. Посмотрю, что там оттуда видно с высоты. Оп-оп-оп-оп. Побежали. Так. Фух. О, да, это паркплац, короче. Это парковка, и тут дискотека была. Дискотека Пош. Это сарай для быдла. Этот сарай закрыли. Что там наверху? А, я уже обрадовался, думал, это горело все. Фух, аж устал. Вот, и тут, короче, это быдло бухало, танцевало, курило. И пип. Вот так вот. Хорошо, что закрыли этот гадюшник. Ох, теперь надо на низ. Ёлки-палки. На низ-то трудно. Так что гадюшник закрыли. Нету дискотеки больше, все. Я не знаю почему, но в принципе я доволен. Что этот гадюшник закрыли? А что, не гадюшник? Все дискотеки гадюшник. Ой, не туда. О, а тут спереди вход. Вот так вот это все дело заросло. А это вход спереди, вот. Да? Давай зайдем, посмотрим, что тут такое. Опа, вот и верхний этаж. Главное, чтобы нам не провалиться, ребятки. А то как мы на низ, и все. О, все обгорело, смотри, стены как обгорели. Вот так. Вот, вот крыша. Где
была когда-то чердак. О, туда идет. О, пылесос еще стоит. Ух ты, смотри, тут это далеко идет, смотри. Домик-то не маленький, да, смотри? Да. Капец, дом здоровый. Еще наверх тут лестница, смотри. Ага. Тут чулан. Чулан. Короче, тоже мусора там всякого куча. Тут у нас что? Все, тут конец. Тут лестница и шла вот здесь. Она наверх и шла. Да. Ее сейчас нема. Вот там уже пол провалился. Здесь зал был. Ванну уже сюда перенесли, я не понял. Вот такие вот пироги. Вот оно все сгорело. Видите? Смысл, это железная эта банка, да? Ага. Иначе бы все рухнуло, да? Повезло, что тут железо. Железо выдержало. Дерево сгорело и упало на эту балку все. Хорошо, что оно держалось. Так. Ох, какой зал здоровый, видите? Вот он. Так, 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 так. Столы, диваны, все выгорело, короче. Я даже не... Здесь камин стоял. Здесь? Да, вон там, да, видишь? А, ну да, 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 вот он. Потихонечку пройдемся дальше. Я думаю, нас выдержит эта вся фигня еще. Так как тут уже лазили до нас, я еще не самый тяжелый. Ух ты. Все, мхом уже поросло. Ну да, пару годиков стоит, короче, эта вся фигня. Вот. И банк продает, короче, эту всю фигню. Кто хочет, покупайте. Номер я вам заснял, помните? Смотри, стенка как сложена. Где? Сзади тебя. А, камнями этими? Из кирпича. А, да, да, все вместе. Да, я говорю, тут русские жили, наверное. Ой. Материала не хватало, да? Да. Так-то. Зря ремонтировал. Окна тут-то тоже позаделывали. Вот здесь, а. Вон там было окно, вот тут-то. Короче, тоже лишнее заделывали. Вот так. И чердак еще большой был. С улицы выглядит такой маленький домик, блин, да? А внутри столько всего. Капец. Видишь, тоже материала не хватало. Видишь, как он строил? С дырками кирпичи ложил. Опа, опа. Ну, видите, сюда прям заросло. Все в дом заросло. Все отсюда провисает. Ну, уже, бляха-муха, он... Порядком тут это все стоит, да? Тоже кухня здесь была. Кухня? Кухонька. А, да, точно. Это кухня была, поэтому все оббил тут все стены. Что, пошли. Вот так. Оба. О, мой гаджет базарит, телефон один подключен. Вот так. Так что, ребятки, показал я вам всякое сегодня. Снял тоже порядком интересных вещей, надеюсь. Так что... Ва. Вот так. Так что делитесь моим роликом дальше, чтоб не вы одни это видели, а многие. И на канал подписывайтесь, и лайки ставьте, и комментарии ставьте. Витек, помахай всем. Yeah!